Привет всем из солнечного утра. Хотела вам просто показать дорогу, которую я бегаю каждое утро. А метр, наверное, по 7, по 10. Фух. Вон там горка вниз. Я поднимаюсь наверх и на вершину, в горе. Сейчас, наверное, не видно. Фух. Кстати, каждое утро вообще народу нет, никого нету, деревенька ведь. Вот. Так что, мне кажется, я здесь одна, кто активно утром занимается спортом. Потому что в течение дня нет возможности, поэтому приходится жертвовать утром. Но я рада жертвовать именно таким утром. Вот туннель в гору, и все, и дорожка уже вверх. Всем доброе утро и счастливого дня!